такая куча барахла сейчас у меня находится дома. Сейчас надо бы найти выхлоп, который я обещал дать Роме на четырку ему. Фух, ну здесь как-то времени у меня нема, а ползать надо. Ну, здесь найду быстро. Короче, я не нашел, зато нашел два стабилизатора от классики. Передний мой родной. Две распорки. Вот эту сиреневую старую и вот эту от самореза. Дисковые тормоза передние. Задние новые ступицы. Балка. И полностью вся подвеска. Ну, эти стойки с пружинами от моей. Так что не знаю, по поводу глушителя надо тогда спрашивать в другом месте, кого я его оставлял. Но я точно помню, что я его забирал с собой. А вот где я его выгрузил, не могу вспомнить, то точно не на помойке. Потому что там буквально попку ему подварить надо было, и он уже будет рабочий. Сейчас пока мне искать некогда. Заберу заднюю балку, чтобы установить на нее ступицу новые, суппорта. Ну, короче, собрать полностью рабочие задние дисковые тормоза. Вот, повезу я все это дело к Сереге, потому что, поскольку он более-менее уже освободился от моей машины, чтобы это все он собрал, почистил, покрасил, и я это продал. Ну, 5000 как-никак. Кстати, кому надо задний диск тормоза в сборе, вот, пожалуйста. Буду готова через пару дней. Итак, вот, день продолжается. Приехал я после работы забрать еще кое-какие ништяки, которые я не успел забрать утром. То есть, а это вот такие вот пластины под задние дисковые тормоза на балку. То есть покупал я их на Turbo Steel за 7 соток, по-моему. И сейчас я буду вот это все ставить. Вон сзади балка, также и тормоза, все ступицы, все лежит. И вот как раз, чтобы не было геморроя, то есть даже ступицы уже рассверлены, потому что я, когда свои тормоза покупал, я поставил свои ступицы родные, а вот эти не стал ставить. Все, так что они должны быть рассверлены, и тормозный диск встанет. И вот как раз за место вот проставок под ступицу ставится вот эта вот шляпа, чтобы на нее повесить суппорт стандартный, восьмерочный на 13. Также мне приехали усилители опор. Да, усилитель опор стоек, который мне заказал Никита. Спасибо, Никита, большое. У нас вышел такой обмен небольшой. Я ему отдал свою ту распорку нижнюю. Как раз он сказал, что у него что-то она сломалась или что-то с ней стало. Вот, а он взамен мне этот, как бы их закажет. Ну вот, в общем, мы согласились оба. И вот, спустя буквально дня 3, вот мне все приехало. Очень здорово. Как раз еще машина пока на пескоструе, все соберется. И будет круто. Народ, всем привет. Добро пожаловать на новую серию по спарже. В общем, отвез в прошлый раз ништяки. И знаете что? Да, спаржа наконец-то готова. Ну как, сделаны арки. То есть, вот, грубо говоря, как они выглядят сейчас. Ну, сейчас они уже грязненькие, правда. Забрал я ее позавчера. Вчера ее отмыл. Ну, вчера опять же был снег. То есть сегодня я сделаю комплекс и чуть попозже, ну, вечером у Ленты после работы нормально по-человечески расскажу, что было сделано с арками в общем, как я обещал. То есть перед тем, как поставить эти колеса, что с ними сейчас было сделано и что с ними предстоит в будущем. То есть смотрите, не переключайтесь, ставьте лайки, если вам интересно. Дело было вечером, делать было нечего. Сижу сейчас, вычищаю свои диски, пока есть время. Если честно, что-то не особо виден эффект. Нет, ну есть, конечно, чуть-чуть. Они просто были в каком-то в таком налете непонятном. Даже, ну тут уже весь подсобрался. Какой-то черный налет, видимо, от колодок или что. Я их всю зиму диски-то свои не мыл. Как бы вообще просто, ну, на мойке мне их споласкивали. И сейчас вообще очень тяжело получается все вот это отодрать. Оно ногтем сковыривается, а тряпка не оттирается. Купил средство для очистки дисков. Все равно будем тереть дальше. Особо не видно. Вот эти всякие вот точки, они убираются ногтем, а тряпка не хоть тирутся, блять.
Я уже более-менее подвытер, вот хотя бы уже начинает получаться зеркало более-менее какое-то. Ну, точнее, не зеркало, а хором, который здесь был изначально. А что с инором? Ой, бля, я там уже вообще боюсь сюда лезть. Так что, ребята, не скупайтесь и, бля, мойте машину почаще, особенно диски. Это потом их очищать дороже только стоит. Ну, сейчас, в общем, ладно. Сейчас еще раз потру ту, ну, этот диск. Снова все пробрызгаю и буду пользоваться чернителем шин. Посмотрим, как оно поведет себя. Сейчас как раз встретил Дениса. Он посоветовал с силиконом. Не знаю, так-то по сути это все обычный глицерин в бутылке с водой мешают. Ну тут раз с силиконом, не знаю. Как бы у меня резина-то, поскольку новая, тут один раз побрызгал, втер ее, его, и как бы еще раз побрызгал, и все, она будет как идеально новая. Пока езжу на зиме, уже, ну сегодня уже не приехала, в понедельник должна приехать новая летняя резина. Это очень клевая резина и дорогая. Так что название, если честно, уже забыл. Так что, ну все равно, там может картинку прикуплю. Ну все равно увидите позже, очень довольно-таки интересно. Это получается вот эта вот резина, первая моя новая, и вот это уже вторая новая резина, которую вот реально я покупал новой. Вон сколько грязи с дисков. Вот этот налет. Вот он. Ай, каша какая. Не знаю. Сейчас должно все вытереться. Кто запустил диски? Это ужас просто, кошмар же. В общем, почистил вчера свои диски наконец-то. Круто стали сразу смотреться. Я уже даже забыл, как они, если честно, выглядят чистыми. Тер я долго, конечно. Но сейчас они уже в пыли, потому что я сейчас весь день ездил еще. Иннеры чистить не стал, это бесполезно. В общем, ничего, наверное, в этом году с дисками делать не буду. Даже не буду их красить. Я, наверное, прокатаю полку и подкрашу все. Вот эта кисточка «Снежная королева». Как бы. И все, будет очень красиво смотреться. Сейчас я приехал обратно к себе домой в гараж. И решил облагородить заднюю крышку багажника по полной программе. То есть поставить свою пластиковую красную накладку, моторчик дворника, новую личинку багажника, также новый этот соленоид. Ну и, собственно, вот это все дело закрыть этой крышкой пластиковой. То есть вот у меня все лежит. Новая крышка встает как литая, новый соленоид. Дворник задний от Лады Ларгус, что ли. Не помню. Задний моторчик дворника самореза. И новые личинки. Поставлю пока в багажник. Все остальные, ну, в двери поменяю, когда буду снимать обшивки. И ставить стекла на место. То есть у меня стекла немного разболтались в этих моторах стеклоподъемника. Вот надо будет ставить на место. А так, в принципе, пока из потерь, в принципе, ничего такого и нет. Также я приехал сейчас очень сильно расстроенный по поводу того, что арки, грубо говоря, варить нечем, ну, некому. То есть договорился с одним человеком, в итоге он спился. Как бы грубо это не звучало, но, короче, слегка так подвел. Ну как слегка, очень хорошо так подводит. Сервис тоже не берется, потому что они только летом будут свободны, да и цены не загибают, и по срокам тоже ничего не известно. Фу, в общем, а что у нас по итогу-то? По итогу на морде у меня выходит это вот расстояние 11 сантиметров. В принципе, очень даже хорошо, но сзади при упущенном состоянии вот это место равняется 5 сантиметрам. И то есть варить как-то Rocket Bunny назад и ради 5 сантиметров, ну это, я не знаю, это, конечно, сумасшествие, но если сделать очень красиво, должно смотреться грамотно, очень довольно-таки добротно, красиво, опять же. Ну, с передними крыльями я более-менее все решил. То есть картиночки приложу. Будет у меня такое тут whitebody расширение, очень красиво, из металла. Но это будет только, наверное, через неделю. Будем это все дело варить. И поможет мне в этом деле Серега.
То есть Серега мне очень сильно выручает. Правда, у него самого работы там много. И сможет сделать он только передние арки. А придется на ближайший фестиваль ехать непокрашенным, без задних арок, грубо говоря. И это очень обидно. Я прям сильно так из этого расстроился. Я-то планировал доверить сейчас одному человеку. Вот, то есть, чтобы он мне сделал передние, задние арки, все вот это расширение вытянул. Но в итоге, ну, даже ему месяц предоставлялся весь этот май. Но все, в итоге все сорвалось. Я не знаю, очень сильно расстроен, уже думал, просто станц нужен. Реально, уже просто даже физически, вроде сидишь, работаешь, работаешь, уже столько в долгах залез, но все равно что-то нифига не получается. Вот, идет вообще еле-еле на ладом. Ну, не знаю, сейчас подсоберу, может там уже полегче станет все дело. Ну, блин, ну просто реально, вот с этим ехать на фест как-то, ну вообще не знаю. Есть у меня, короче, сейчас еще идея, хотя бы попробовать успеть сделать так, что... Вот Серега мне сварит передние арки, куплю я пластиковые пороги новые, а эти у меня просто обрезаны. То есть постараюсь покрасить передние арки в цвет, тоже раптором или там титаном, не знаю. И нижние вот эти вот пороги. А вот эту полосу, думал здесь сделать рисунок такой, ну, жирную полосу и тонкую полосу, здесь надпись «Аспарагус», типа... Ну, не знаю, что-то никто, ну, особо эту идею не рассматривал, предложил, в итоге сказали, что колхоз. Сейчас покрасил вот эту свою панель в черный заднюю, также всякие вот эти вот пластмасски. Также дальше у нас идет по бамперу, что, надо убирать вот эту вот выпухлость, вот эту колхозную, я не знаю, это шпаклевка вспухла или чего. Также надо будет потом обрезать под выхлоп всю вот эту нижнюю часть, как бы вот эту. Дальше, наверное, тут это все надо перешпаклевывать, конечно, все сдирать, все заново наносить. Бампер-то целый у меня полностью, как бы все в хорошем состоянии. Вот именно то, что вот это все как-то надо подрезать, что ли. Ну тут ребро жесткости у нее такое, ну не знаю, посмотрим. Как-то думал вот сюда что ли как-то обрезать. Может его реально просто поставить и подвырезать. Потому что у меня здесь гибы будут под выхлоп. Выхлоп же в центр все-таки будет выводиться. Вот тоже сейчас что-то с выхлопом все затягивается. Ой, если честно, вообще как-то вот эта вся идея, то есть по машине, вот была сразу после приезда, то есть все воплощалось, то есть все делалось. Вот я приехал в августе, в конце августа. И в сентябре уже, грубо говоря, по-моему, стояла пневма, уже в конце сентября даже. Или, может, в начале октября, но где-то там уже стояла пневма, реально. То есть еще был асфальт, и уже мне стояла пневма. Как, то есть, ну, грубо говоря, вот, было все точно так же. Вот. Когда вот вышел первый видос, вот все началось. И что-то все так долго затягивалось. Это вот музыка в Magic Sound, блин, это так... 2 месяца проебать мозги, поставить, грубо говоря, только колонки и аккумулятор в багажник, это очень некрасиво было с их стороны. Как бы хотели с сабвуфером сюда застелсить, в итоге мне просто отказали сделать, потому что у меня как бы сама по себе играла пневма. Так правильно, она стояла 2 месяца, грубо говоря, в гараже. Ну или там не 2 месяца, ну общий срок был 2 месяца, это очень долго, хотя договаривались вроде все за неделю, они обещали сделать. Ну хотя бы багажник более-менее оформили, и то спасибо им на этом. Так как-то вот так, даже обшивки мне особо там, только передние проклеили, а я их простил полностью, и соленоиды все поставили, чтобы все работало. Даже манометр пневмы, вот его тоже они ни в какую не захотели. Ну как не захотели, просто даже руки не дошли. Вот, Илюха у нас на Kia Rio, второе тоже, ему уже 4-й месяц мозги делают, и тоже ему сабвуфер все поставить не могут. Ну вот, такие вот у нас мастера. Потом Серега с выхлопом, ну ладно, там как бы он хотя бы сделал, хотя бы мне во многом помогает, он еще ему тут мелочи много наваливал, он справился, все как бы под капотом, все, что я ему показывал, то есть все аккуратно, цивильно, это очень круто сделано, Серега, как бы, Сега, спасибо тебе, реально выручаешь всегда и везде, можно так сказать, потому что реально больше надеяться, грубо говоря, уже не на кого в Тагиле. То есть знакомые есть как бы некоторые, но они так по мелочи что-то только могут мне помочь как-то там, и то там, если не горит.
там стойки на саморезе махнуть, к примеру, Виталик может быстро так что-то подварить, залатать. Но тоже он не всегда свободен, у него тоже есть свои дела, он 2 через 2 работает. Ну вот как-то я не знаю. Вот сейчас буду собирать, соберу, посмотрю, более-менее приготовлю. Даже вот, знаете, идея со спойлером сама, вот эта вот вся, она... Ну, тетяный хвост тоже уже потихоньку идет коту под хвост. Как бы не могу найти человека, который занимается стеклопластиком. Я, наверное, уже возьму сам завтра, куплю монтажную пену и буду что-то с этим делать. Благо у меня с другой единственной, которую Серега тогда разбирал зимой, есть спойлер. Вот на нем попытаюсь что-нибудь сделать. Обязательно это покажу, как буду ебаться. Вот также с бампером. Бампер подрежем. Дальше. Губа мне, кстати, приехала. Тоже сейчас вам ее покажу. Хотел вот эти вот перегородки убрать. Поставить там глухую полностью такую решетку, сетку. И сделать в ней зубы. То есть было бы очень круто. Вот. Не знаю, холодный впуск делать сейчас что-то не хочется. Хотел на оливье все поставить. Но думал, если сейчас до бампера руки не дойду, сделаю, как в прошлом году. Будет у меня с одной стороны зубы, сплиттер мой черный, глянцевый. И холодный впуск торчать. То есть очень даже по-спортивному выглядит. Это очень, ну не знаю, мне как-то зашло. Да и всем тоже. По заднице, так скажем. Вот по всему вот этому делу. Поставлю бампер, опять же сказал, вырежу. И, наверное, может быть, поставлю диффузор. То есть диффузор тоже надо еще сделать, определиться задней частью. То есть стойки вот эти вот все у меня, натяжители как-то есть. То есть, грубо говоря, все есть, вот только надо все взять и поставить. Ну а так расширение очень круто смотрится. Сейчас я опять попробую подробно рассказать по поводу моих арок, как они вообще делались, потому что человек давно у меня в комментариях попросил показать, ну, вот это все, что мы сделали, все, что было сделано, как правильно их выпилить, как правильно их заварить, так скажем, чтобы это все было долговечно, не пропускало воду. Ну, в общем, просто по-грамотному сделано. Пожалуй, начнем сразу с задних арок. Изначально, смотрите, вся идея, чтобы порезать задний кузов у 11-й, то есть, ну, задние арки вырезать, надо иметь сначала хотя бы колеса, чтобы знать, насколько вам нужно пилить. Сразу иметь именно колеса, которые вы будете ставить, и ставить их надолго. То есть у меня изначально я поставил винты и приобрел колеса. То есть сначала первым делом я приложил колеса, посмотрел, как они примерно выглядят, примерно разметил и понял, что мне уже в дальнейшем предстоит делать и что мне именно нужно. А дальше я просто поставил винты, фотку здесь приложу, как у меня она лежала. И если найду, а у Виталика должны быть фотки, где мы уже все это дело пилим. И вот дальше мы начали просто, ну, машина была опущена, было выставлено положение, так скажем, кузова, то есть по относительно земли, как я мог ездить, то есть, ну, ездовое положение просто вымеряли. И опять же оставляли вот это вот место с запасом, чтобы, ну, опять же, можно было ездить, и если что, можно было бы опуститься на фестах. И вот, получается, все. Приложили, отметили и вырезали. Там, получается, задняя арка, у нее идет внутренняя и внешняя арка. То есть, по внешнюю мы вырезаем побольше, а вот эта вот внутренняя часть, которая остается, мы ее берем и оставляем 2 или 3 сантиметра лучше. Загибаем сюда и это дело провариваем. Ну, то есть, вот как-то так. Ну, тут еще ничего особо не шпаклевано. Здесь все колесами натерло мне. Всю сварку уже стерло, кстати, там уже дырки. То есть, ну, здесь, ладно, влага здесь у меня выходит через дырку эту. И сзади тоже ничего не пропускается. А, нет, по-моему, с этой стороны чуть-чуть вот в эту часть мне, в нишу багажника, влага попадает. Там уже тоже все заварили, все запенил. Вроде сейчас уже более-менее сухо. Ну, все, в принципе, здесь ничего такого нету. Реально приложил, вырезал, подогнул, все. Только надо учитывать тот момент, что, опять же, у нас у УАЗа колесо уходит вот так вот сюда. И нужны обязательно, ну, вот эти вот проставки 2 на 2 сантиметра. То есть смещение балки назад на 2 сантиметра и на 2 сантиметра вниз, по-моему. Если я говорю правильно. И чтобы нам избежать
того, что в стоке арка, она, ну, колесо довольно-таки ближе в левую сторону, и она уходит просто вот сюда, упирается все это дело. И чтобы было красиво, аккуратно, было вот решено поставить вот эти проставки, и все аккуратно ложится, красиво, добротно. Знаю, что я говорю сейчас как-то запутанно, как-то не сформулировано. Просто мне сейчас надо вставить всю вот эту лабутень, я сегодня один, у меня времени мало. Тоже надо вам все это ввести, рассказать, все ввести в курс дела, а просто, грубо говоря, болтовню в машине снимать не хочется. То есть хотя бы показать более-менее все на примере. Ну все, опять же, не буду затягивать. Примерно, ну вы поняли. Как бы тут, ну, ничего сложного нету. Просто надо сразу заказать, ну, брать колеса, которые вам надо. Вот эти пластины смещения задней балки 2 на 2 сантиметра. Просто выбирать положение кузова, в котором вы хотите ездить, и оставлять сантиметров 5, чтобы колесо хотя бы кузов, ну, ходил, понятное дело. Там, я не знаю, там, если вы на пневме, то это полдела решает, просто пускать самое нижнее, вырезаете, свариваете, все. А если на винтах, ну, на винтах, если честно, немножко сложнее, потому что в дальнейшем, если вы захотите перейти на пневму, как я, то вы столкнетесь с тем, что оно просто будет ложиться у вас на колесо, как сейчас у меня, и здесь может быть какое-то расстояние. То есть, я не знаю, это вам надо уже самим вымерять. Ну, по передним аркам, ну, все понятно, то есть, ничего, там, крылья убрал. Там. И без меня, кстати, есть много видео, где они как все вырезают. Но опять же, тут зависит у вас от вылета. Не забывайте, что колесо при вывороте нуждается в каком-то месте, ну, в определенных, так скажем, не знаю, площадь ему нужна, чтобы повернуть и ничего не задевать. Опять же, если у вас пневма, ну, полегче, чем на винтах. На винтах я просто тупо вырезал арки и шлепнул сверху фендера. То есть и вообще не заморачивался. Сейчас решил заморачиваться по-крупному. Вот сейчас куча столько проблем, и нифига не успеваю к сезону. Ну так, более-менее уже что-то поставил. Поставил сейчас эту пластиковую крышечку, точнее катафот. Поставил личинку новую. Там он еще с дверей лежат, но в дверь я поставлю опять же потом. Также здесь немножко все чищу, вот эти вот по цветку номера, вот тут он уже почистил, вторая еще грязная. Они были ультра пыльные, так это с моторчика дворника, также почистил моторчик дворника. И он покрасивее выглядит, как новый. Все крышечки, все покрашено. Все, и самое главное, что он сейчас работает. Отлично, со второго раза. Ну, можно было из первого. Все. Чик. Новый соленоид. Новая личинка. Также сейчас аккуратненько что-то здесь обклею все. Чтоб ничего не терло. Вот, да почищу, проводку приберу. Чтоб все было ультра-пупер-супер круто. Вот, также тут все проберу. Конечно, подсветку номера можно было купить новую, но они уже идут как светодиодные, я не хочу. Они слишком яркие, и если честно, колхозом смотрится. И ты едешь, у тебя как будто подсветка такая, прям жопа вся сияет, горит. Это как-то, ну, не особо мне нравится. И лучше пусть она так тихонечко желтым будет подсвечиваться, и нормально. Я ничего не говорю, но меня это пугает немного. У меня просто сами по себе горят либо туманки, либо задний ход. Ну, скорее всего, это просто задний ход. А почему он такой... А, да, он же у меня включен сейчас. А вот только не могу понять, почему он с такой периодичностью мигает. Ну, просто если, допустим, скину... Потому что, не знаю, вот у меня задний ход сейчас включен, а вот почему он с такой периодичностью... То есть, получается, горит 3 секунды, а промежуток между включением и выключением, ну, это 8 секунд. То есть, сейчас включится. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, как-то
Странно он, непонятно почему так. В общем, и туманки тоже до сих пор не работают, хотя должны. Ну сейчас быстро что-то включились и выключились. Да, вообще хрен знает, что происходит. Мы тогда мерили, что-то вроде не шло питание. Ну вот с чего оно может не гореть? Вот тут в салоне только иммобилайзер, но он вообще как ни сюда не относится. То есть, ну ошибка-то лампочка, кстати, горит. Только с чем это вот связано, понять не могу. Как бы вообще все работает. Но вот почему-то именно задний ход и задние габариты, точнее этот, противотуманки не хотят. Не знаю, пофигу на эту проблему так-то пока. Подсобрал все это дело, вот поставил дворник, этот катафот. Также вот не знаю, что делать по поводу вот этой вот подсветки номера. Я ее всю почистил, все работает. Но стоит ли ее оставлять? Как-то не знаю, поездил без нее, даже получше, чем с ней. Тут этот колхоз, который подсвечивает номер, это не знаю. А тут все заводское, ничего не тюнено. Обычно, то есть, лампочки накаливания эти стоят. Но я думаю, что я их уберу, скорее всего, потому что они мне что-то не зашли. Также здесь все посадил на герметик. Все болты вот этого катафота тоже все на герметике. Проводка вся закреплена. То есть, все уложено, все аккуратно, очень красиво сделано. Все, сейчас получается ставить закрывашку. Начинает эту крышку обновленную. И все. Так вот проблема сейчас найти пистоны. Пистонов у меня особо много не осталось. Вот какие-то ежики остались. Чуть-чуть буквально. Но от них уже толку просто, ну, грубо говоря, нету. Ладно, не знаю. Что-нибудь придумаю. Заниматься концевиками. Вот это концевик с водительской двери. Вот это вот убожество, которое даже не работает, полностью кислинное. Вот этот, получается, задняя дверь за водителем. В принципе, пригодный, но уже смысла от него нет, они стоят по 5 рублей. Но передний, особенно вот пассажирский передний, это все, это вообще вата. Радует, что резинки все живы, прям это очень круто. Вот получается новый концевик. То есть совершенно другое дело. Багажник я наконец-то собрал полностью. Катафот такой глянцевый. Вот. И все, ничего не гремит, не шумит. Все очень круто. Да, зато хотя бы сейчас будут у меня все двери пискать, которые открыты. Еще было бы прикольно сделать так, чтобы когда открываешь дверь, загорался свет в салоне. Но это, по-моему, геморно. Вот у меня есть такое, но чуть-чуть наоборот. Мне, получается, надо включить лампочку, и когда дверь будет открываться, она будет, ну, погасать. Это вот этот сосок над головой, который плафон. Вот. А так, не знаю, смысла нет, наверное, что-то делать больше. Сейчас вот по мелочи все, в принципе, раскидал. Сейчас еще на заднее стекло накину вот эти вот рамочки, у меня все там лежат. Да и, наверное, все уже буду заканчивать. И так, в принципе, много сделал, полностью всю крышку багажника собрал. Вот ада я. Вообще прикольно. Даже пластмасску-то тут поставил. Самые проблематичные. Дворник все работает. Так что, ну так, спаржа потихоньку делается. Нет, это не саморез. Саморез он там. Продал наконец-то я его. Отдал его за 40. В принципе, потерял немного. Но тоже выделываться не стал. Сразу его отдал, как есть. Потому что у меня сейчас поджимает время. Надо разбираться с долгами. Так что все. На этом саморез окончен. Но я думаю, что-нибудь еще куплю. То есть, надо будет подменку все равно, хоть как. Продал я саморезы, как вы уже поняли. Отдал я его за ту же сумму, за которую, собственно, я брал, за 40 тысяч. Вложил, по большому счету, я в него 6-7 где-то так. Ну, допустим, округлим до 5. То есть в эту сумму входила замена передних стоек, замена сцепления,
замена глушителя и пару небольших ремонтов, там, к примеру, приварить маховик, а точнее, вот эту шестерню на маховике, потом поменять колечко у глушителя и так просто даже помыть салон весь, его отдраить. Кстати, а вот моя резина новая, Федерал. Да, уже темно, ничего не видно. Такая вот елочка. Федерал Супер Стайл, так вроде она называется. Но обзор на нее сделаю в следующем видео, которое выйдет, надеюсь, скоро. Они будут опять затягиваться. А так, собственно, вот спаржа. Кстати, сейчас я вам покажу подсветочку, которую мы сделали. Вот. Так, собственно, говорит, подсветка. Ее можно регулировать уровень яркости. То есть ярко, потише чуть-чуть можно. Настало мне это удовольствие в 4 сотни. То есть сделал человек, который занимается именно светодиодным тюнингом у нас в Тагиле. Собственно, вот. Получилось довольно-таки не колхозно. Почему? Потому что там как бы в стоке идет просто зеленая подсветка сверху. То есть там буквально 3 лампочки стоит. Понятно, что машина не новая, в приборку никто не лазил, и все выгорело там уже. Там, то есть у меня наладом дышала одна лампочка. В общем, поставил вместо нее светодиодную ленту RGB сиреневого цвета, 6 вот этих ячеек, 6 диодов. Специально просил поменьше, чтобы не светило так ярко, и когда едешь ночью по трассе, и можно было подкрутить ее, ну то есть сделать поменее яркой, и чтобы она в глаза не била, собственно, даже вообще повседневно. Собрал заднюю крышку багажника, поставил дворник от Lada Largus, покрасил и поставил крышку самореза новую, у которой целые крепления, поставил новую личинку багажника, сам новый катафот, он такой прям ярко-красный, красивый. И, собственно, поменял новый соленоид, поставил. То есть все работает прям с первого нажатия, с первого поворота ключа, все прям круто. Также, ну, вы видели, покрасил саму вот эту вот облицовку, вот эту крышечку багажника. Также прибрал всю проводку, получилось все очень круто, ничего не гремит, не бренчит. И в салоне стало довольно-таки потише. Собственно, все, что хотел рассказать, рассказал. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. Также комментируйте, что-то советуете. Там просили про арки снять, я снял коротко обзор. В следующем видео будем, кстати, варить передние арки, наконец-то. Снова возвращаемся к первой серии. Собственно, ну все. Также поздравляю с 9 мая. Надеюсь, это видео выйдет 9 мая. Все, всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь в группу.